Друзья, всем привет! Сегодня у нас креветки в чесночно-сливочном соусе. Вот такая вкуснотища. Поехали готовить. Сегодня готовим креветки в сливочно-чесночном соусе. Для этого нам понадобится подсолнечное масло, соевый соус, сливочное масло, я уже порезала дольками, адыгейская соль, 40 грамм где-то белого вина, лимонный сок, 2 зубчика чесночка и укропчик. А теперь на разогретую сковороду наливаем немножечко растительного масла. Затем выкладываем сливочное и пусть немножечко растопится. Дальше я выкладываю чеснок, хочу его немножечко обжарить. Буквально вот одну минутку, даже меньше. Аромат пошел. Теперь добавляем наши креветки. Креветки у меня уже вареные. Теперь пускай они обжарятся минутки две. Пока они обжариваются, я немножечко посолю. Соль адыгейская, она уже с приправками, очень вкусная. Прошло 2 минутки, я добавляю вино. Добавляю соевый соус, чуть-чуть. И чуть сбрызну лимонным соком. Все, теперь вот эта жидкость пускай испаряется. Ой, какой аромат пошел. Боже. Вы можете попробовать на соль. Если соли немножко не хватает, то можно добавить еще соевого соуса. Можно соли, кому что, что больше любит. Ну, оставлю, наверное, на большом огне на еще на 2-3 минутки, чтобы вся влага испарилась. Все, креветки наши готовы. Они получились как будто как в карамельном соусе, в таком, но не сладком, а очень-очень вкусном. Сливочно-чесночный такой вот соус. Хороший. Осталось посыпать укропчиком и перемешать. Вот такое вот карамельное вкусное блюдо у меня получилось. Украсила дольками мандарина. И на стол буду подавать вот так. Спасибо за просмотр. А если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем мира и добра. С наступающим Новым годом и всем пока-пока.